Ну вот, я засунул свою Arduino в корпус. Я предпочитаю делать какие-то корпуса, а если какие-то схемы самодельные, на быструю руку сделанные, как бы для какой-то проверки, хотя бы с обратной стороны какой-нибудь прикручиваю кусок пластика или обложки пластиковой на несколько болтов, потому что вот эти выводы где-то касаются как что-нибудь проводящего, ну, блин, замкнет, и что-то выходит из строя, потом не знаешь, паришься, в чем же проблема. Поэтому всегда не забывайте, что сзади нужно что-то подложить. Я вот видел корпус 70 рублей, не деньги, красота, блин.